Так, BMW X5, двигатель N62, двигатель троил очень сильно. Так, купил 4 катушки патрон и поменял на новые свечи. Потом машина стала троить. Потом копались, копались, думали, думали. Оказывается, в одну сторону мы, получается, переставили новые 4 штуки патрон. Китай или не знаю, что производство. Только в одну сторону. В другую сторону поставили Bosch. Так, троить перестало. Получается то, что был... Получается, если в одну линию вложили Bosch и патрон, из-за сопротивления килоом у них как бы мозги сходили с ума, получается. Сейчас переставили в одну штуку патрон, как уже говорил, в другую сторону Bosch. Теперь все нормально. Попробуйте так же.